Август подходит к концу, и с приближением осени дни становится все холоднее. Уже неделю на Гродничне установилась стабильно прохладная погода, а столбики термометра не превышают и 20 градусов тепла. Последняя неделя июля и начало августа выдались для жителей нашего города не только очень теплыми, но еще и дождливыми. Но вот ближе к середине последнего месяца лета по-настоящему жаркая погода начала отступать. И на смену уже привычным 26 градусам пришли неуверенные плюс 19. Но в последние несколько дней среднесуточная температура воздуха и вовсе оказалась на 2 градуса ниже климатической нормы. 26 августа, по данным метеоцентра, погода еще будет оставаться прохладной. Но вот потепление на несколько градусов к концу недели ожидать можно. В четверг погоду в основном будет определять область пониженного атмосферного давления. Утром и днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Польши. По Гродненской области будет облачно, ночью с прояснениями. Местами пройдут дожди. Ветер южно-юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет плюс 8-13, днем плюс 14-19. В пятницу горожан ожидает облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла, местами до плюс 14. Днем 27 августа гродненцев ждут стабильные плюс 21, а в отдельных районах столбики термометров будут колебаться от 16 до 23 со знаком плюс. Последние выходные лета с большой долей вероятности будут дождливыми и по температуре близкими к осени.